Джентльмены предпочитают и, если не блондинок, то, вероятно, какие-то другие мужские хобби. Вещи, представленные на выставке в музее модерна, порой вызывают неподдельную зависть у женщин. Я рада, что мужчины продолжают играть в шахматы, шашки, домино. Карты, правда, не часто, но, по крайней мере, мы эти вещи наблюдаем в жизни. Так что и любить женщин, да, это тоже один из признаков, что мужчины сохранили свою доблесть. В изящностях того быта, того времени, потому что это было доступно только достаточно состоятельным людям, поэтому как бы это вызывает еще какую-то долю интереса. Штуцеры и ружья, пистолеты, портмоне, трубки и запонки, гравировка и инкрустация, патронташи и прочие аксессуары охотников. Есть здесь и маленький стеклянный столик с картами и мелом, за которым, вероятно, однажды кто-то мог проиграть свое состояние. Много каких-то диковинных вещей, типа воска для усов, там, или опасные бритвы, которыми сейчас уже не пользуются. Ну, то есть какие-то такие вещи, которые, мне кажется, интересны мужчинам, но в то же время это такая полноценная часть первого этажа музея, да, где есть и будуар, столовая, кабинет. Выставка расположена в так называемой малой мужской гостиной. Многие экспонаты представлены публике впервые. Юлия Черняева, Артем Сулайманов. События.